Вы смотрите обзор товара удобрения для лука и луковичных цветов 1 кг. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Смешанное удобрение для основного внесения и подкормки лука, чеснока, а также луковичных и клубнелуковичных цветов, таких как лилия, тюльпан, нарцисс, гладиолус, гипиаструм, фрезия, гиацинт, сцилла, крокус и других луковичных культур. Содержит полный сбалансированный набор элементов питания, необходимых для нормального роста и развития растений. Увеличивает рост на земной и корневой части растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезням и вредителям. Способствует ускорению созревания и улучшению качества урожая, повышению содержания сахаров и витаминов. Стимулирует длительное и пышное цветение, улучшает декоративные свойства цветочных культур. Содержание питательных веществ – процентов. Азот Н – 11,0. Фосфор Р2А5 – 11,0. Калий 2А – 22,0. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Thank you.